В МВД России по Гурьевскому району поступило сообщение от гражданина о том, что с его дома были похищены 90 мешков цемента. В ходе работы при выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено лицо, совершившее данное преступление. Им оказался неоднократно ранее судимый житель города Калининграда. В ходе отработки данный гражданин дал обязательные показания, похищено и изъято. Совершил преступление. Я работаю на строящем объекте в поселке Прибрежном. Похитил цемент, количество 90 штук. Также электроинструмент, две болгарки, сварочный аппарат и шуруповерт. В данном я раскаиваюсь, то, что совершил это, признаюсь виновным.